Машинки. Какие? Ну, маленькие. Папа хотел маленькие машинки, коллекцию целую. Да. Вот это будет первая у папы машинка. Машинка в гаражике. А мне? Подождите. Тебе одна, а мне вторая. Она вот так вот открывается, гаражик. Нажимается кнопочка. И потом, после того, как достанешь, можно поставить машинку. Красивая? Угу. Нравится? Да. Можно мне такое? Подожди, это еще не все. Вот. Это прикручиваем сюда. Это вытаскиваем. Смотри, она когда едет назад, у нее задние фары светятся. А когда едет вперед, передние. Дай мне поиграть. Класс? Угу. Нравится? Ну? Да. На одну надо нажимать, на вот эту, либо на вот эту. Вот эту нажимай. Будет вперед ехать. А, она застряла. Ага. Ой. Колеса у нее не вмещаются. Вот эту нажимай. Смотри. Надо подкатить ее. Вот. Нет, что-то с ней не то. Подождите. Классная машинка. Угу. Подождите, разворачиваемся. Ты едешь назад, потом вот так. Ну и разворачиваться в машине. Надо, наверное, ее зарядить. Она у нас уже разрядилась. Давай машинку сюда. Тут... Можно я пока вот так поиграю без нее? Нет, так нельзя играть. Это же машинка на радиоуправлении. Мы вот здесь отключаем ее. Достаем заряжать. Специальное у нас зарядное устройство. Включаем на зарядку. Сейчас она быстро зарядится и можно будет еще поиграть. А можно я пока с ней рядом посмотрю мультики? Посмотришь мультики с ней? Да. Но ее придется ставить в гараж, в желтенький, в котором она будет жить. Ну, давай ты просто ее поставишь туда, на стулку, а я буду смотреть мультики. Тебе что, понравилась моя машинка? Да. На радиоуправлении? Да. Хитрая ты. А потом, когда она зарядится, тогда мы сможем, знаешь, что сделать? Что? Играть ей снова. Ты сможешь или я? Я. А как же я? Ну, я ведь тоже хочу. Ну, ты же ведь девочка. У меня тоже 3 машинки есть. 4. А у меня ездит сама. Но я тебе дам поиграться. Я же не жадина. Да? Угу.